Надеюсь, меня еще не заметили. Huh.
Ты что, не слушаешь? Это опытные убийцы. Не показывайся на людях, погибнешь. Я это понимаю, но меня должны увидеть. Пропагандист поработал на славу. Иначе Парос не победить. Уже слишком многие погибли. Прошу. Уезжай отсюда. Аспасия? Откуда ты тут? Алексиос, подыграй мне. Я вас прервал. Прошу, продолжайте. Так увлекательно. Я пришла сказать твоей матери, что ее ищут убийцы из культа. А здесь она на виду. А я говорила Аспасии, что иначе мне не заручиться поддержкой жителей. Мне убить солдат культ? Этого мало. Без доказательств никто не поверит в вину Пароса. Конечно. Спасибо. Осторожней. Знаю. Я уведу ее. Подскажи, где... В пещерах под горой Зас. Культисты одержим. Не думаю, что убийцы признаются. Пожалуй. Нужно что-то надежней. Конечно.
Вход в пещеру, а не там. Вот ты где, художник. Ты ни на что не годишься. Славу! Спасите! Я наконец свободен. Теперь врагу придется нелегко. Yeah.
Надеюсь, они присмиреют. Деньги. На всех печать Пароса. И письмо зашифровано. Huh?
Вот ты где. А я тебя ищу. Зачем? По просьбе, Феникс. Мне нужен художник. Ты убьешь меня? Решать. Прошу, Мисти. Феникс — прекрасный лидер. Так ей и передай. Я лишь делаю, что велят. Безвольная овца. Не веришь в свои же послания. Я не знал, что все так обернется. Зачем ты это делал? Мне так поручено. Солдаты приказали. В их руках власть. Попытайся их ослушаться. Легко. Я не боюсь их. Я бедный художник. Архонт обещал столько драхм, сколько мне и не снилось. И вот чем все кончилось. Я перестану. Честное слово. Ты совершил ошибку. Большую ошибку. Признаешь это? Да, Мисти, признаю. Вот мой договор. Смотри сам. Мы закончили. Больше такого не будет.
Я нанес спартанцам еще удар. Thank you.
столько мрамора, а здание у порта не готово. Тебе нужна помощь, друг? Знаю, это ты убил дельца. Малака, будь ты проклят! Я не знаю, о чем ты говоришь. Раз ты не убивал моего жениха, найди того, кто это сделал. Прикончи наемника, который перерезал ему горло. И я должен его убить? Да, все правильно. Убей наемника. Тебе сегодня везет. Я уже сделал все, что нужно. Я благодарна за помощь. Возьми. У тебя есть сила, талант и находчивость. Моей команде нужны такие люди. Что скажешь? Покинуть эти края и плавать с тобой? Я согласна. Убийцам заплатили деньгами Параса. Что ж, лучше доказательств не придумать. Это мне поможет. Отнеси в гильдию торговцев. Это мои доказательства.
А деньги пусть оставят себе. Конечно. Еще там было это. Полагаю, приказы. Выглядит знакомо. Это древний диалект. Полагаю, культ использует его для общения. Можешь прочесть? Эти деньги не от Силануса. Их дал кто-то из Спарты. Это невозможно. Я могу перевести, но поверь, это приказы спартанского царя. Знать в Спарте всегда отвергала культ. Культ как вода. Просочится в любую трещину. Но только не в Спарте! Спарта давным-давно изменилась. Порок проник повсюду, и Спарта не исключение. Они хотят насадить дисциплину в Греции, а сами гниют изнутри. Они выбрали не того врага. Мы спартанцы. Не забывай. Неужели? Здесь меня держат дела. Парус нужно остановить. А потом... Потом я вернусь. Ваши статуи сгинут. Если нужно, мы сожжем ваши храмы, чтобы избавить мир от крыс вроде тебя. Ah!
Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Не подходи ближе.
убить красного? Это Юнес. Он совсем плох. Тебя не просто убить. Я знал, она пришлет помощь. Быстрее, уходим.
Спасибо. Скажи ей об... На Паросе творятся... Что ты видел? Там были чужаки. Не с Пароса. В маске? Не знаю, кто... Пора уплыть с проклятого острова. Скажи, Феникс. Конечно, с...